22 декабря в администрации города Каспийска состоялось расширенное заседание антитеррористической комиссии в городском округе город Каспийск под председательством заместителя начальника отделения УФСБ по Республике Дагестан Гусейна Гусайниева. На заседании поднимался ряд вопросов, касаемо усиления мер безопасности в местах массового скопления людей во время новогодних мероприятий. Рестораны, кафе, корпоративы. Я хотел бы, чтобы вы еще раз обошли вот эти крупные торговые центры, не 6, а их будет, наверное, больше, штук 20 и даже больше. Вот тревожные кнопки, в случае, что какие-то подозрительные нештатные ситуации, чтобы моментально могли до вас дозвониться и перепроверить вот эти объекты. На повестке дня было рассмотрено 4 вопроса, один из которых был посвящен принимаемым мерам по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан, противопожарной безопасности и охраны объектов потенциальных террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности, или ведения органов местного самоуправления. На заседании также присутствовали представители ведомств города, которые, в свою очередь, рассказали о проводимых мероприятиях по усилению охраны общественного порядка. В период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников направлен список объектов, на которых будут проводиться новогодние мероприятия с указанием адресов, времени. Мы это сделали дважды, поскольку когда мы первоначальный список, график направили Министерством образования, министром был проведен неочередной ВКС, и нам дано было всем поручение, что по поручению Совбеза поменять график проведения мероприятий с тем, чтобы уменьшить количество дней, охватывающих эти праздники. По словам директора Каспий теплосервис Ганифы Джабраилова, на данный момент в организации для повышения безопасности установлены тревожные кнопки экстренного вызова полиции, а также на всех объектах установлены камеры и работает сторожевая охрана. Со всеми работниками, где охраняемый объект, наша сторожевая охрана и обслуживающий персонал регулярно проводятся неделю раз инструктажи. В ходе заседания заместитель главы администрации город Каспийск Рамазан Халилов рассказал о результатах индивидуально-профилактической работы постоянно действующих групп, о противодействии идеологии терроризма АТК в городе Каспийск с лицами, подверженными идеологии терроризма. Рабочая группа антитеррористической комиссии совместно с общественными организациями и религиозными деятелями проводит комплекс профилактических мероприятий. По проведенной работе в данном направлении указанными службами и организациями ежемесячно антитеррористическая комиссия Республики Дагестан представляет соответствующие справки. Завершилось заседание комиссии принятием соответствующих решений по всем поднятым в ходе совещания вопросов. А также было решено обратить особое внимание на торговые точки, в которых торгуют запрещенной пиротехникой несовершеннолетним.